We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, everybody. Can you hear us? Здравствуйте. Добрый день всем. Нас слышно? Меня зовут Томаш Шнайдер. Я представляю правительство Швейцарии. Мне выпала честь быть модератором этого круглого стола парламентариев. Уже 2 года там у нас отстоялся такой круглый стол в Берлине. Я тогда был также модератором этой дискуссии. Я рад, что могу это сделать еще раз. Конечно, принимая во внимание обстоятельства, многие коллеги будут к нам подключаться онлайн, но многие также приехали сюда, в Катовице. Я очень рад и благодарен вам, благодарен всех поддержке и организаторам этой встречи. Очень рад, что нам удалось ее организовать. У нас всего лишь 1 час для дискуссии, так что представлю первого выступающего. Надеюсь, что я правильно произнесу вашу фамилию. Господин Ришард Терлецкий, вице-председатель, вице-спикер польского парламента. Уважаемые дамы и господа, эта встреча является продолжением и развитием парламентских прений в рамках цифрового саммита ООН. Мы уже успешно выполняем положение и принципы цифрового саммита. В этом году речь пойдет о решении в законодательстве. Мы должны помнить, что новые технологии приносят не только пользу, многие из них могут оказаться опасными, такими как киберпреступность, дезинформация, манипуляция. Умение проверять факты и критически мыслить – это основание для распознавания фейковых новостей и имеет значение для создания устойчивости общества к фальшивым новостям. Публичные власти каждой страны должны бороться с фальшивой информацией. Как и Европейский Союз, так и страны-члены являются иногда целями, мишенями ложной информации. Примером является информация из Беларуси в ситуации миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией. В августе 2020 года Александр Лукашенко, благодаря фальсификации выборов, победил на выборах, президентских выборах в Беларуси. После этих выборов ситуация в области прав человека и гражданских свобод демократических институтов резко ухудшилась. Лидеры оппозиции были либо арестовались, либо их склоняли к эмиграции, что вызвало огромнейшие протесты в Беларуси. Европейский Союз наложил санкции на Беларусь за расправу с журналистами и членами гражданского общества, пытаясь отвернуть внимание. Белорусский режим стал приглашать мигрантов, прежде всего с Ближнего Востока. Это экономические мигранты, которые поощряются белорусским режимом обещаниями, чтобы попасть в Европейский Союз за высокую оплату. В то время как российские и белорусские СМИ обвиняют Польшу в вызвании кризиса на границе и манипулируют информацией на тему этого кризиса. Показываются разного рода ложные информации, публикуются фиктивные
посты в соцсетях на разных языках. Таким формам агрессии мы должны резко сопротивляться. Парламенты имеют большую роль в обеспечении того, чтобы интернет остался открытым и безопасным пространством для пользователей. Должное регулирование должны поддерживать общественное развитие в сфере новых технологий. Дамы и господа, я очень рад, что наше сотрудничество в рамках парламентских дебатов постоянно развивается. И я надеюсь, что страны-члены, Эфиопия, Япония, представители которых сегодня с нами, будут продолжать этот процесс. На этом месте я хочу поблагодарить сердечно ООН, Межпарламентский союз и Департамент цифровой политики, канцелярии председателя Совета министров, а поблагодарить их за сотрудничество с польским сеймом при организации парламентской дискуссии в этом году во время саммита IGF. Спасибо большое. Желаю вам удачно провести ваши премии. Спасибо большое, господин Терлецкий. Сейчас господин Ю Цин Минг, который является генеральным секретарем по экономическим и социальным вопросам. Спасибо огромное, Томас, за то, что вы являетесь модератором этого парламентского круглого стола. Мы уже сказали, что второй раз в рамках саммита IGF проходит круглый стол парламентариев. Я хотел бы вначале поблагодарить всех депутатов разных парламентов за их поддержку и их участие в этой дискуссии. Хочу также поблагодарить Межпарламентский союз за поддержку при организации этого цифрового саммита. Уважаемые депутаты, дорогие коллеги, парламенты – это места, в которых возникают новые законы. Страновые парламенты – это ключевые акторы на сцене создания новой цифровой политики. Я очень рад, что IGF – это место, где депутаты могут обмениваться информацией, могут обмениваться передовой практикой, могут входить в взаимоотношения с другими заинтересованными лицами, что касается развития новых технологий. Уважаемые коллеги, темой этой встречи за круглым столом является цифровое пространство, которое ставит в центре внимания пользователя, человека. Когда принимается решение на тему регулирования цифровых технологий, надо, во-первых, должным образом понять, как работает технология и каковы необходимости и потребности пользователей. Мы хотели бы, чтобы технология ставила в центре внимания человека, чтобы она облегчала нашу жизнь. Дорогие коллеги, за последние годы мы наблюдаем растущую тенденцию, который является принятие новых законов на уровне парламентов отдельных стран в отношении кибербезопасности, защиты приватности, регулирования контента в цифровом мире, а также вопросы защиты потребителей и пользователей. Я думаю, что это очень хороший положительный тренд и тенденция. И сегодня в рамках круглого стола на этом саммите мы хотели бы поговорить о том, как можно улучшить правовые рамки, законодательную базу, как внедрять те положения законодательства, которые помогут нам справиться с угрозами в цифровом мире. Я думаю, что очень важно, чтобы позаботиться о том, что эти новые принципы, чтобы они сближали нас друг к другу и сближали нас к нашей глобальной цели, то есть к цифровому пространству с человеком в центре. Это очень важно. Мы должны найти баланс между разными правами и угрозами
Мы должны все принимать участие в процессе создания цифровой среды, которая будет более предсказуемой и безопасной. Я надеюсь, что именно этот круглый стол депутатов в рамках саммита 2021 года будет прекрасной платформой для обмена опытами, передовыми практиками и углубить наше сотрудничество на будущее. Я надеюсь, что также такие дискуссии за круглым столом станут постоянным элементом саммита IGF. Я хочу, чтобы мы встретились также и в следующем году. Прежде чем закончить, я хочу сказать, что хочу сердечно поблагодарить представителя Межпарламентского союза, который будет потом выступать. И также хочу поблагодарить польский Сейм, Нижнюю палату польского парламента за участие в приготовлении этого круглого стола. Спасибо Томашу Шнайдеру, нашему модератору. Желаю всем плодотворных прений и жду результатов нашего сотрудничества. Огромное спасибо. Спасибо огромное за то, что вы также представили очередного члена нашей панельной дискуссии. Это будет очередное вводное слово. Эдуардо Пачеко, председатель Межпарламентского союза, примет слово. Огромное спасибо, господин подсекретарь, генеральный подсекретарь, уважаемые депутаты, дорогие коллеги. Я очень рад, что могу быть сегодня с вами и хочу приветствовать всех от имени Межпарламентского союза IPU. И мне бы хотелось, конечно, присутствовать сегодня в городе Катовице, быть вместе с вами. К сожалению, последняя волна пандемии коронавируса предотвратила мой приезд в Катовице. Я очень сожалею об этом, потому что ничем нельзя заменить личного общения лицом к лицу на месте. Это важно для нас, как для людей, так и как для парламентариев. С другой стороны, я в восторге от технологий, от цифрового мира, от цифровой инфраструктуры, которая позволяет нам участвовать в этом событии, несмотря на то, где в мире мы как раз в данный момент находимся. Благодаря этой технологии мы можем в дальнейшем работать в роли депутатов во время пандемии. Это еще один очередной признак того, как цифровые технологии становятся неотъемлемой частью всего того, что мы делаем. Для нас, как депутатов наших парламентов, иногда интернет нам кажется чем-то непостижимым, не совсем понятным, чем-то весьма техническим. Но, с другой стороны, это часть нашей повседневной жизни. Это часть жизни тех людей, которых мы представляем в парламенте. Это сеть, которая не знает границ. И эта сеть отражает все возможные выгоды и пользы от бесперебойного общения. Это трансграничная сеть, это природа интернета позволяет нам работать очень удобно. Будем помнить о том, что благодаря связи мы можем сотрудничать. Мы не обязательно должны работать в одиночку, мы должны работать сообща. На прошлой неделе наш союз принял новую резолюцию по борьбе с сексуальным насилием над детьми при помощи интернета. Эта резолюция подчеркивает, что в отдельных странах по-прежнему мы имеем дело с разными расходящимися положениями законодательства. Во многих странах по-прежнему существуют возможности, ведущие к разного рода проявлениям насилия, так что законодательство не является достаточным. Для этого
нужны такие дискуссии на высоком уровне, как сегодняшняя наша дискуссия, чтобы мы обеспечивали свободу слова в интернете и чтобы мы обеспечивали открытость интернета и также, конечно, открывать для себя возможности интернета, но и бороться против дезинформации и против преступности в интернете. Мы должны бороться против языка вражды, который часто появляется в интернете. И важный момент – это то, кто создает принципы, какие это должны быть принципы. Весьма важным является политическое лидерство. Мы избираемся как представители жителей наших стран. Это означает, что у нас особая ответственность, потому что мы должны работать в пользу тех, кого мы представляем. Я очень рад, что могу участвовать в этом мероприятии, которое помогает нам устанавливать диалог с представителями парламентов изо всех стран. Саммит IGF – это место, где мы можем вести многосторонний диалог, в котором принимает участие как частный сектор, так и представители госадминистрации, как и представители гражданского общества. Мы должны учиться друг у друга, мы должны уважать друг друга и прилагать все возможные усилия, чтобы извлекать очень конструктивные выводы из наших дискуссий. Я уверен, что IGF позволит нам укрепить наше сотрудничество на всех уровнях, и мы будем всегда ставить пользователя в центре, и что мы всегда сможем гордиться этим интернет-пространством. Я думаю, что у нас появятся очень хорошие конструктивные выводы. Позаботьтесь, пожалуйста, о своей безопасности. Надеюсь увидеть всех вас скоро лицом к лицу. Это был господин Дуарте Пачетто, председатель Межпарламентского союза. Мы здесь говорили о том, что цифровые изменения должны ставить человека на первое место. Не будем забывать и о том, что ведь это парламентарии представляют людей, то есть граждан своих стран. Поэтому столь важным является предоставить слово членам парламентов на форуме, на саммите IGF. Поэтому мы и организуем эту дорожку. Мы хотим, чтобы члены парламентов могли вступить в диалог. Мы хотим, чтобы этот диалог был налажен. Налажен был диалог между парламентами и членами гражданского общества, представителями бизнеса и других сфер. Сейчас продолжаются работы над отчетом, в котором будут собраны выводы и заключения, появившиеся в ходе дискуссии в рамках этой дорожки. А теперь я предоставлю слово нашим парламентариям еще раз. Некоторые из них на месте с нами, другие участвуют во встрече онлайн. И я предоставляю слово господину Абдулу Ад-Хавади, то есть представителю королевства Бахрейна. Добрый день, всех сердечно приветствую. Цифровые технологии очень быстро набирают темпы. Мы живем в исключительное время. Никогда раньше в истории человечества мы не были так сильно связаны с этими технологиями. Мы можем делиться нашими размышлениями, нашими эмоциями в этом цифровом пространстве. Также идут опасности, киберпреступность, нарушение основных прав человека, к которым мы так сильно привязаны. Технологии за последнее время развиваются очень динамично. Мы стараемся
используя современные технологии, такие как искусственный интеллект, конвертеры речи, быть вместе друг с другом. Мы стараемся цифризовать каждую сферу, каждое пространство нашей жизни, личное, приватное, социальную, экономическую, законодательную. Цифровые технологии — это новый инструмент для использования в борьбе за уважение к правам человека, но могут использоваться и против этих прав. Вовлеченность, привлечение этих технологий в борьбе за права человека является очень важным элементом, и мы должны стремиться к обеспечению доступности этих технологий в пользу развития уважения к правам человека и для борьбы с киберпреступностью. Мы в Королевстве Бахрейна ввели многочисленные правовые акты в пользу обеспечения уважения к введению основных цифровых прав и для борьбы с киберпреступностью. Королевство Бахрейна в этой сфере является лидером. Был издан ряд законов по борьбе с киберпреступностью, законов, которые регулируют пространство защиты персональных данных в цифровой сфере, а также регулирующих уголовную ответственность за нарушение этих прав. В Королевстве Бахрейна мы ратифицировали также ряд общеарабских конвенций по борьбе с цифровой преступностью или с преступностью в интернет-пространстве. Королевство Бахрейна является ведущим среди многих арабских стран, если говорить о местном уровне. Мы нуждаемся в еще большем количестве совместных усилий, а также усилий на международной арене для борьбы с преступностью и для создания правовой сверхнациональной структуры, правовой структуры для борьбы с организованной киберпреступностью и для защиты прав человека. Это задача IPU и многих других национальных парламентов. Благодарю за внимание. И я благодарю. Это необычно увлекательно. Как видно, очень многое происходит в Королевстве Бахрейна. А теперь давайте посмотрим, что происходит в Европе, а конкретно, что в этой сфере делает Европейский парламент. И здесь я обращаюсь именно к представителю Европейского парламента. Добрый день. Спасибо. Марина Клюрант, меня зовут, я из Эстонии, и я рада, что могу взять слово сегодня, потому что я происхожу из той страны, в которой цифровые вопросы в публичных дебатах являются очень важными. Благодарю генерального секретаря и Межпарламентский союз за проведение этой тематической дорожки. Я рада, что мы можем в третий раз встретиться, я вместе проведения дискуссии не могу уже дождаться этих разговоров. Я счастлива, это для меня огромная честь, также из-за того, что я участвую в этих прениях как женщина, что создает немного большее равновесие с точки зрения представительства полов, но все-таки женщины должны более часто высказываться по политическим, цифровым, технологическим вопросам. Здесь есть что наверстывать, но возвращаемся к основному. Мы все здесь хотели бы говорить об открытом, неделимом, свободном, общедоступном интернете. Это наши стремления, но если мы посмотрим по сторонам, то увидим, что в разных странах есть разные правовые урегулирования, разные правовые системы.
И в такой ситуации я хочу подчеркнуть, что в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы были определены некоторые международные ценности, принципы, и только на таком фундаменте выстраивать конкретные законодательные решения. Нельзя разделять интернет по отдельным организациям или странам. Нельзя допустить то, чтобы в каждой стране функционировала отдельная система. Это осуществимо. Раньше я работала в разных организациях и субъектах, которые занимались цифровым сотрудничеством, и я знаю, что этого можно добиться с использованием, с привлечением различных групп заинтересованных лиц. Необходимо подчеркнуть, что мы, как политики, обязаны принять ведущую роль. Мы, конечно, разговариваем с гражданами наших стран, мы прислушиваемся к их голосу, направляем им имейл-сообщения и общаемся с ними самым различным образом, но мы сами должны подавать пример, сами должны управлять этим процессом. В Европейском Союзе ведется дискуссия о цифровых удостоверениях личности. В моей стране такие удостоверения стали применяться уже 20 лет назад. В Кении они были введены в прошлом году. И я думаю, что в других странах могут быть введены этого типа решения, но они требуют сотрудничества. Если говорить о нашей роли как политиков, то она особенна, если говорить, например, о защите приватности. Все говорят о том, что права в реальном мире должны быть такие же, как в интернет-действительности. Нам же приходится делать больше, чтобы защищать наших избирателей. Говоря о цифровых вопросах, очень часто мы, как члены парламента, вынуждены выйти за пределы нашей зоны комфорта, потому что, может быть, это темы, которые нам касаются слишком сложными, но нам приходится тогда приобретать новую информацию, потому что, создавая новые права, мы должны опираться на приобретенные знания. И тут наша роль. Мы должны участвовать в таких встречах, как это, разговаривать с другими группами интересов, с членами парламентов других стран, чтобы учиться друг от друга и обмениваться лучшими практиками и знаниями, а также самой актуальной информацией. И второй комментарий. Мы видим, что цифровые вопросы — это уже не домен каких-то специалистов, которые встречаются где-то по подвалам и обсуждают вопросы, совершенно непонятные другим. Цифровые вопросы — это сейчас предмет обсуждения в главном русле, в том числе в ходе парламентской дискуссии в национальных парламентах. Сегодня мы встречаемся здесь, и то, что меня поражает, это то, что в Европе нам повезло. Может быть, мы не до конца осознаем то, что инклюзивность — это не что-то общепринятое в Европе. У почти половины населения мира доступа к интернету нет. Нам об этом бывает очень часто забывается. Поэтому страны должны быть открыты к сотрудничеству, поддерживать менее развитые страны. И я горжусь тем, что моя страна участвует именно в таких проектах, которые поддерживают развитие менее развитых стран в других частях мира. И в завершении я задумываюсь о том, что мы, парламентарии, можем делать на разных уровнях, национальном, наднациональном и европейском. На национальном уровне мы должны прежде всего организовывать группы интереса, группы поддержки. И такие группы, пожалуй, функционируют во всех парламентских организациях. Они существуют. Существуют также горизонтальные группы при Европейском парламенте. В этих группах представляются самые различные мнения. Очень важно и межрегиональное сотрудничество, потому что там нам легко обмениваться информацией, встречаться. Для меня это, например, встречи в рамках Европейского Союза,
Союза, НАТО, в других регионах это будут встречи на форумах других организаций. Но мне кажется, что такие встречи очень важны, и важны также и такие инициативы, как инициатива глобального цифрового соглашения. По-моему, мы должны идти в таком именно направлении. Благодарю, Марина. Важно твое примечание о слишком малом участии женщин в этой дискуссии в Швейцарии. Состоялся референдум, который не был завершен положительно, потому что оказалось, что, по идее, люди не доверяют моделям, выработанным правительствами. Значит, даже такая простая вещь, как цифровое удостоверение личности, может стать предметом контроверсии, как оказывается. А теперь я хочу передать слово господину Александру Хинштейну, который является председателем комитета по информационной политике и информационным технологиям парламента Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги. Так. К сожалению, почему-то не включается видео. Так, прошу прощения, коллеги, но почему-то организатор пишет, что его включение видео остановлено. Я вас, коллеги, вижу, надеюсь, что вы меня слышите, but apparently there's a problem with the video. Почему-то видеотрансляция не запускается. Просьба большая к организаторам запустить видео, если позволите. Уважаемые коллеги, ну, для того, чтобы не ставить всех участников в неудобное положение, с вашего позволения, я начну тогда выступление. Надеюсь, что все-таки коллеги из технической службы сумеют разблокировать возможность включения видеосигнала. Может быть, не загрузится? Коллеги, тогда, если позволите, 5 секунд, я перезагружусь. Это к вопросу о качестве работы нашего интернета совместного и пытаюсь зайти снова. Сейчас, одну секунду. Or should we allow Mr. Kinstein maybe to and the technicians to solve the problem and take another member of the parliament first? Question to the. Думаю, что тем временем наш технический коллектив постарается, наша техническая команда постарается справиться с этой проблемой. А я предлагаю перейти к следующему парламентарию. Но кажется, что уже видео вернулось. Спасибо за то, что подождали наши технические сложности. Уважаемые коллеги, во-первых, я рад приветствовать всех на таком представительном, очень важном форуме и рад возможности выступить для краткого рассказа о тех изменениях, которые происходят сегодня в Российской Федерации, в первую очередь законодательного характера. Надо сказать, что интернет в России начался в свое время как эксперимент энтузиастов в нескольких научных центрах, математическом отделении Академии наук и Курчатовском институте. И, конечно, никто не мог представить тогда, что за столь короткий по историческим масштабам срок интернет превратится в силу, радикально меняющую нашу жизнь, а управление интернетом станет предметом межгосударственных отношений. В Российской Федерации мы отлично понимаем важность и значимость цифровизации. Во всех органах власти существуют профильные
управления, подразделения, курирующие цифру, есть самостоятельное Министерство цифрового развития, ну и, наконец, президентом страны Владимиром Путиным, определена в качестве национальной идеи развития до 2030 года цифровая трансформация. С учетом этого меняется и национальное законодательство, создаются условия для развития IT-кадров и цифровых отраслей. В нашей стране всегда были собственные, очень сильные и профессиональные технологические IT-компании. Россия – одно из тех государств мира, кто имеет свои собственные поисковые сервисы, картографию, антивирусы, развита национальная интернет-торговля, очень сильное программное обеспечение, софт. Ну, наконец, наши национальные социальные сети имеют больше локальных пользователей, нежели чем иностранные. Российская доменная зона демонстрирует устойчивый рост, и на сегодняшний день более 5 миллионов доменов находятся в зоне .ru, а русский язык входит в тройку самых популярных языков в интернете. Очень важно, что все эти достижения достигнуты в условиях открытого рынка и свободной конкуренции, которую мы должны сохранить. Наши IT-специалисты конкурентоспособны на глобальном уровне и могли бы добиваться успеха и добиваются его в разных частях мира. Мы это отлично понимаем и будем и впредь создавать условия для развития отрасли и самореализации наших специалистов на родине в России. Сегодня в Российской Федерации для стимулирования развития цифровых отраслей реализуется целый ряд мер. Я позволю перечислить некоторые из них. Во-первых, введен беспрецедентный налоговый режим. Для тех российских компаний, кто занимается разработкой и реализацией софта, программного обеспечения, 4 раза снижены страховые взносы на фонд оплаты труда по сравнению с другими компаниями. Ставка налога на прибыль снижена с 20% до 3%. Сохранена нулевая ставка НДС, налога на добавленную стоимость, для тех продуктов, которые включены в реестр отечественного программного обеспечения. Действующий с начала текущего года льготный налоговый режим создал очень мощную динамику развития отрасли, что подтверждается объективными цифрами, данными налоговой службы. Важно сказать, коллеги, что российский рынок был, есть и уверен останется открытым для иностранных компаний. Заверяю вас, что у России нет и не может быть каких-либо планов по закрытию своего внешнего контура, по созданию абсолютно отрезанной от внешнего мира интернет-системы. Но мы при горячем и искреннем желании видеть под своей юрисдикцией иностранных участников рынка, в то же время выдвигаем, на наш взгляд, вполне обоснованное условие – неукоснительное соблюдение российского национального законодательства. Недопустима ситуация, когда компания имеет, скажем, конкурентные преимущества перед российскими компаниями, потому что не соблюдает установленных законом требований, не несет нагрузки по соблюдению правил. Но повторюсь, нет никакой разницы для российского закона, иностранный или отечественный это IT-ресурс, IT-компания. Требования соблюдения российских законов одинаково для всех. Уплата налогов, хранение персональных данных наших граждан на территории России, взаимодействие с регулятором. Мы очень рассчитываем на то, что выстраивание открытого диалога с иностранными IT-гигантами, с так называемым бигтехом, будет способствовать появление их официальных представительств на территории нашей страны. Я напомню, что такое требование содержится в принятом Государственной Думе и подписанном президентом законом, который мы назвали о приземлении. К 1 января 2022 года иностранные гиганты IT-индустрии, чья суточная аудитория в Российской Федерации составляет от 500 000 пользователей на протяжении не менее 30 дней, должны будут выполнить 3 простых правила. Первое. Создать на территории России полноценный филиал или представительство. При этом это представительство может быть и цифровым. Второе. Зарегистрировать на сайте нашего регулятора Роскомнадзора личный кабинет. И третье.
создать на своем ресурсе ящик для обратной связи с российскими пользователями. Как видите, коллеги, все эти правила не сложны в реализации и вполне объяснимы. Появление и таких представительств на территории России позволит вести прямой и конструктивный диалог, который сегодня, увы, очень часто у нас сбоит, ну, по причине отсутствия здесь каких-либо уполномоченных представителей, с которыми государство могло бы вести диалог. Важнейшей задачей этой законодательной инициативы является обеспечение цифровых прав граждан нашей страны, особенно в части защиты их персональных данных и предоставления возможности отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Очевидно, что гражданам гораздо сложнее во всех смыслах защищать свои права в иностранных юрисдикциях. Мы видим сегодня уже успешные примеры того, как IT-гиганты открывают свои представительства на территории России и при этом говорят, что это не только не вызывает у них никаких сложностей, а напротив, способствует развитию и расширению их бизнеса, увеличению их прибыли. В частности, еще до вступления нашего закона в силу, такие представительства были открыты AliExpress, iHerb, Huawei Technology. Мы очень надеемся на то, что компании, которые по своим критериям подпадают под требования о приземлении, также выполнят требования закона и продолжат тот ряд, который я уже перечислил. При этом хочу отметить, что российские меры по регулированию интернет-пространства всегда были сбалансированы. В отношении нарушающих законодательство IT-гигантов потенциальные возможные наказания носят умеренно жесткий характер, а регулятор постоянно идет на диалог и готов делать послабления для тех, кто настроен на конструктивный разговор. Ну, в частности, как я уже сказал, норма закона обязывает впрямую иностранные IT-ресурсы с аудиторией от 500 000 человек в сутки уже к 1 января следующего нового года зарегистрировать свои представительства. Однако наш регулятор Роскомнадзор заявил, что не будет применять административные санкции строго именно с 1 января. Но при этом мы, конечно же, рассчитываем, что в течение первого месяца нового года Бигтех соответствующее положение закона выполнит. Россия одна из стран, задающих тренды в регулировании интернета и защиты цифровых прав пользователей. Представители Российской Федерации могут поделиться с коллегами. Excuse, but we basically have announced for people to speak for 3 minutes. Я очень прошу, чтобы вы завершали ваше выступление, потому что всем допускается высказываться только на протяжении 3 минут. Хорошо, я постараюсь тогда близко к завершению. И хочу сказать о том, что, коллеги, пандемия, коронавирусная инфекция, конечно, оказала при всех своих негативных явлениях и позитивное влияние на развитие цифровых отраслей на территории нашей страны. Сегодня на повестке дня в России очень остро стоят проблемы, связанные с обеспечением кибербезопасности, с предотвращением преступлений в цифровой среде. Увы, мы видим сегодня высокий рост подобного рода преступлений, поэтому законодательно пытаемся этому помешать. Принят целый ряд инициатив, направленных на защиту прав наших граждан, на борьбу с киберпреступностью. Ну и отдельно хочу сказать также о том, что для России, как для самого большого по площади территории государства на планете, огромное значение имеет вопрос обеспечения приема устойчивого интернета и связи всех территорий нашей страны. Эта работа сегодня также активно ведется во всех населенных пунктах России с численностью от 100 жителей. По закону, принятому в текущем году, должен быть обеспечен устойчивый прием интернета. Уважаемые друзья, Россия всегда была открыта и будет открыта международному сотрудничеству для создания безопасной цифровой среды. В этой связи диалог, который ведется в IGF, сегодня представляет огромную ценность для выработки актуальных и взвешенных решений в сфере регулирования интернета. Рассчитываю на то, что межгосударственный обмен опытом принятия законодательных решений станет основным драйвером развития. Please come to the point. Спасибо огромное за ваше внимание. В дальнейшем
это Алаги Боу, который является членом парламента Гамбии. Огромное спасибо. Я приветствую всех. Я рад, что что я могу встретиться с вами во время этого саммита. Хочу приветствовать моих коллег, парламентариев, которые находятся здесь, в Катовице, и которые смотрят на нас в онлайновом режиме. Я очень рад, что мы можем встретиться во время этой дискуссии за круглым столом. И давайте будем помнить, что депутаты представляют народ. Они должны понимать, в чем заключаются эти изменения, которые мы сейчас продвигаем. Быстрые темпы технологического развития означают, что мы должны получать новые знания. И я думаю, что этот форум будет толчком для всех парламентариев во всем мире, чтобы делиться своими идеями, передовой практикой в цифровизации. Мир очень быстро меняется, и глобальная связь усиливается. Нам удается найти мосты между неравенством во всем мире и выравнивать эти неравенства. Мы, как парламентарии, должны вовлекаться и принимать участие в этой дискуссии во всем мире. Я депутат африканской страны Гамбии, и мы также в нашей стране знаем, что немногие депутаты действительно принимают участие в дискуссии о новых технологиях. У нас не хватает знаний о цифровых технологиях. И очень важно, чтобы на уровне каждой страны парламентарии именно получали новые знания. Внедряются новые законы, разрабатываются новые конвенции, например, конвенция о киберпреступности и о защите персональных данных. В настоящее время мы должны действительно как-то наверстать упущенное в технологическом плане, поэтому мы должны работать очень быстро, внедряя новые законы. Что касается защиты персональных данных, это очень важно, в частности, в контексте медицинских услуг или финансовых услуг в интернете. Я думаю, что это очень важно, чтобы Африканская конвенция по кибербезопасности и защите персональных данных была внедрена на всем континенте как можно быстрее, чтобы мы гарантировали защиту нашим гражданам, чтобы мы жили в защищенном мире. Перейду к следующей сфере. Но хочу также прокомментировать вопрос о защите данных. Мы знаем, что данные собираются на всем континенте, но у нас нет правового регулирования, которое могло бы поддерживать безопасность обработки персональных данных. Ну, в конце концов, эти данные собирают Facebook, банки, другие платформы. Много из этих данных, они выходят за рамки стран и даже континентов. Мы должны делать больше для защиты персональных данных граждан и позаботиться о том, чтобы фактически новые внедряемые, вводимые законы и положения законодательства соответствовали ожиданиям наших граждан. Спасибо огромное. Благодарю. И действительно, это опасение, что парламентарии не сильно разбираются в новейших технологиях, оно сопровождает членов не только африканских парламентов. Одно из опасений, одна из обязанностей, с которыми пришло нам столкнуться в связи с пандемией, было то, что нам пришлось ознакомиться с новыми технологиями и новыми инструментами. Еще одно выступление в этом раунде – это господин Габриэль Сильва из Панамы. Благодарю. Сердечно всех приветствую. Благодарю за предоставление мне возможности высказаться
Постараюсь ответить на трудный вопрос, трудный для члена парламента, вопрос, касающийся того, как создавать правовое урегулирование, которое будет защищать наших граждан, но в то же время не будет подавлять инновацию. Это трудный вопрос, но я хочу на него ответить. Во-первых, мы должны осознавать то, что принимающие решения могут решать о том, каким будет будущее интернета. Они могут сделать так, чтобы интернет не развивался, но могут и сообщить новую скорость этому развитию. Мы живем в эпоху пандемии коронавируса. Давайте представим себе, как выглядел бы наш мир без интернета. Интернет стал чем-то, что спасло многих людей, предпринимателей, людей, пользующихся интернетом для общения. Можно сказать, что для принимающих решения интернет — это союзник, но у интернета есть огромная сила, и те фирмы, которые действуют в интернете, иногда бывают могущими, но великая власть несет с собой великую ответственность, и в таком случае интернет становится не просто пространством, в котором все отлично со всем справляются и все счастливы, потому что в интернете проходит очень много плохого, и в этом плане принимающим решения приходится сделать многое, чтобы защитить своих граждан от порнографии и насилия, которые тоже присутствуют в интернете. Мы не можем портить интернет, препятствовать его развитию, но необходимо вводить соответствующее урегулирование, которое будет защищать в том числе права человека. Эти самые основные. Необходимо нам подходить к этим правам человека с учетом местного контекста, потому что все это вопрос, который относится к цифровой экономике 21-го столетия, но не будем забывать о том, что мы должны обеспечивать еще и большие ресурсы местному персоналу и тем организациям, которые действуют на местном уровне, например, в сфере защиты прав человека. Следовательно, нам приходит предоставлять им инструменты, которые позволят им действовать в 21-м столетии. Конечно, права человека — это приоритет, но, создавая законодательство, мы должны учитывать основные принципы, которыми руководится интернет, а их целый ряд, например, централизация, открытая инфраструктура, чтобы инновации могли создаваться не без чьего согласия, открытый, свободный, справедливый доступ к интернету. Можно найти целый каталог таких основных ценностей, которые должны распространяться и сохраняться в интернете. Это то, что для интернета является чем-то совершенно естественным. Есть документ, который называется «Хартия прав человека», он опубликован в интернете, и это может быть такой документ, которым можно руководствоваться. Но подумаем, что произойдет, если наступит конфликт между основными правами, между правами человека и основными правилами интернета. Тогда придется провести исследование пропорциональности, чтобы исследовать, какие права человека находятся под угрозой и можно ли эту проблему решить каким-либо образом. И в завершение я еще несколько конечных примечаний. Когда члены парламента обсуждают вопрос и проводят анализ пропорциональности, они должны сотрудничать и обратиться за помощью к представителям разных кругов, академической среды, частного сектора, так, чтобы создаваемое законодательство было, возможно, более эффективным. Будем помнить о том, что интернет изменяется ежедневно, и парламентарии изменяют не только интернет, они занимаются и образованием, и экономикой. Им сложно быть всегда начеку с тем, что происходит в интернете. И тут приходится работать и членам стартапов, и организаций, чтобы совместно вырабатывать урегулирование по интернету. Во-вторых, я считаю, что многие парламентарии и я сам сильно проактивны. Стараемся создавать такое урегулирование, которое будет действовать и в будущем. Но не всегда мы должны быть столь агрессивными. Мы должны думать о том, в какую сторону будет развиваться технология. Но есть и такие технологии, как блокчейн или другие, которые передают власть
и возможности принимать решения людям. Следовательно, необходимо выработать какие-то ориентировочные правила, которые могут быть положены в основе будущих законов. Это надо делать в сотрудничестве с академической средой, организациями типа non-profit и другими организациями. Я подчеркиваю, интернет нуждается в урегулировании, но нужно обеспечить уважение к правам человека и не нарушать основных принципов, которыми руководится интернет. Это наша задача как законодателей. К сожалению, больше времени у нас нет. Время у нас истекло, но есть еще несколько минут, на которые мы продлим встречу, потому что здесь было хорошо описано, как сложна работа парламентариев. Я позволю себе высказать несколько коротких примечаний о том, как ваша работа влияет на развитие в социальном измерении. Есть явления, на которые вы не имеете влияния, но с которыми вы должны справляться в рамках существующей действительности. Но появляются вопросы, как обеспечить то, чтобы вы могли надлежащим образом представлять граждан своих государств по вопросам, которые немногие хорошо понимают. Будем помнить о том, что технология развивается очень быстро, она применяется во все более широком масштабе, что все время появляются новые версии программного обеспечения и технологий. Это все изменяется очень быстро, в то время как процессы, которые законодательные процессы, которые проходят на парламентских форумах, занимают 5-10 лет. Каким тогда образом можно успевать за изменениями, которые проходят? Как изменять законодательную систему, чтобы не отставать от развития технологии? Это вот такие свободные аргументы, и надеюсь, что мы сможем их обсудить в ходе следующих дискуссий. Но, может быть, кто-то из вас хотел бы просто так, к слову, сказать свои примечания к сказанному мною. Мне кажется, что хочет взять слово представитель Гамбии. Микрофон включен, пожалуйста. Благодарю. Спасибо. Это очень важный вопрос. Ведь мы хотим представлять наших граждан, а процесс принятия решения, законодательный процесс длится иногда очень долго. Очень долго длится процесс формирования законодательства, потому что необходим процесс проведения общественных консультаций. Будем помнить о том, что технология развивается очень быстро, и здесь даже есть представители законодательных органов, которые подтвердят мои слова. Очень часто они не знают достаточно много о технологиях, а это значит, что они зависят от знаний других человек, зависят от помощи других групп заинтересованных людей. Следовательно, я думаю, что очень важным является и то, чтобы члены парламента больше интересовались технологией, пытались больше ее понимать. И если мы посмотрим на то, сколько в национальных парламентах представителей секторов, связанных с технологиями, то мы увидим, что их на самом деле очень немного. Например, в парламенте Гамбии на самом деле только два депутата, у которых есть опыт, связанный с технологией. Это я и еще один человек, который на самом деле был моим студентом в ВУЗе. Итак, все эти вопросы, конечно, трудно понимать, сложно в них углубиться, но нам необходимо разговаривать с людьми, учиться на эту тему и просить о поддержке у представителей академических кругов, чтобы ускорить этот законодательный процесс. Спасибо. И я вам благодарен. Ахмед Аль-Муханнади хотел бы еще выступить. Пожалуйста, выскажитесь коротко. К сожалению, мы вас не слышим. Может, включите микрофон?
I'm sorry, we cannot hear you speaking. Еще раз, я извиняюсь, но мы вас не слышим. Почему-то звук отключен, а может быть, сработал. К сожалению, может быть, кто-нибудь другой хотел бы прокомментировать сказанное. Марина? Так, мы, которые здесь в зале, отлично знаем, что европейские процедуры сильно бюрократизированы. Это все работает очень медленно. Может быть, иногда легче реагировать на национальном уровне, но есть некоторые основные ценности, основные права, которые мы должны соблюдать. Итак, я думаю, что мы должны стараться действовать интеллигентно, быстро, но и эластично. Конечно, некоторые вопросы нам навязаны, но пандемия коронавируса показала, что некоторые достижения могут быть сделаны глобально, некоторые на региональном, другие же на национальном уровне. Эпидемия унесла жизни многих людей, но она стала и случаем, по которому мы могли многому научиться. Спасибо. Кажется, больше времени для высказывания у нас нет, но это не конец дорожки, предназначенной для членов парламентов. Мы не являемся членом Европейского Союза, но бюрократами в некотором смысле, поэтому позвольте мне высказать такое примечание. Я считаю, что необходимо соблюдать некоторые ценности и адаптироваться в мир возможностей к технологическому прогрессу. А также стараться делать это, возможно, эластично. Это такое примечание с точки зрения бюрократа, и мне кажется, оно может оказаться полезным для тех, кто принимает решения. То есть придерживаемся основных ценностей, а остальное адаптируем в рамках законодательного процесса. Еще раз благодарю за участие, благодарю за внимание. Надеемся, что дискуссия будет продолжаться физически в Катовице, но также и в виртуальном пространстве на протяжении последующих дней нашей встречи и в будущем году во время саммита ИГФ 2022 года. Спасибо.